Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции «Рука». Следующая точка ВБ-41, дзюлинцы и меридиан желчного пузыря. А так как точка ВБ-41, дзюлинцы, является главенствующей меридиана желчного пузыря, мы дойдем, дождитесь этого видео, мы обязательно расскажем, почему именно она является главенствующей. Контролирует как мужские, так и женские половые органы. Пожалуйста, обратите внимание, как проходит данный меридиан. Пунктирная линия показана, как меридиан проходит и контролирует женские и мужские половые органы. И поверьте моему практическому опыту, что если иглотерапевт не обращает внимания на состояние желчного пузыря, а мужчина или женщина приходит с той или иной проблемой в половых органах, то, поверьте, вы не достигнете хорошего результата, положительного результата, не зная состояния меридиана желчного пузыря. И через точку ВБ-41 дзюлинцы, помните, вы можете любые болезни, которые проявляются как у мужчин, так и у женщин в половой сфере, вылечить идеально. Восстановите данный меридиан в норму, и данный меридиан почистит как женские, так и мужские половые органы. Как это почистит? Ну, мы уже знаем, что желчный пузырь является органом, который чистит все органы. Помните, уважаемые зрители, здесь это очень огромная закономерность. И кто не берет это во внимание, неправильно восстанавливает человеческий организм. Неправильно, здесь мы подчеркиваем. Потому достаточно только восстановить меридиан желчного пузыря и орган желчного пузыря, как весь организм чистится сразу на тонком энергетическом уровне и на грубом, на физическом уровне. Главное, что человеку не только восстановить данный меридиан, а еще подольше содержать его в норме. Вот зачем нужна диагностика 12 меридианов. Все же думают, почему мы акцентируем внимание на диагностике 12 меридианов. Дабы видеть, что если меридиан начинает слабеть, его нужно подпитать через данную точку ВБ-41, которая поможет почистить женские и мужские половые органы. Потом через какое-то время этот меридиан опять почему-то уходит в слабость, вялость. Не почему-то, а потому что он пребывает очень долгое время в слабости, вялости, допустим, либо воспаленности. Это все может показать только диагностика 12 меридианов. Опять нужно приводить его в норму и опять поддерживать этот норм. Норму, этот баланс, который что? Положительно отразится как на женских, так и на мужских половых органах. Здесь мы подчеркиваем все болезни от А до Я, как у мужчин, урология, и у женщин гинекология. Можно и нужно всегда учитывать состояние меридиана желчного пузыря, и точка ВБ-41 дзюлинцы является точкой, которая является одной из основных точек в нормализации и в лечении любого заболевания, как у мужчин, так и у женщин в половой сфере. Спасибо за внимание.